начали слесарные работы с этим автомобилем. Первое, куда проникли, это редуктор задний, где было течь масла. Разобрали, и что мы видим? Вот здесь вот эта шайба, она должна фиксироваться и не должна спадать. Она слетает. Получается, внутри ничего не держится, болтается. Вот теперь надо проверять редуктор, чтобы кольцо там ничего не разбило. В итоге нашли нужное оригинальное стопорное кольцо, вставили его на место, и теперь будем все это дело собирать обратно. Сегодня меняем мы помпу. Вот, пожалуйста, новая. А вот та, которую мы снимаем, пришедшая в негодность. В ходе работ выяснилось, что уже делали болты зализанные. Внутри вон шестигранник сорванный. Также поменяем ремни. И самое интересное, некоторые элементы абсолютно новые, недавно меняли. Почему помпу не поменяли, непонятно. Дошел черед до ремонта выхлопной системы. Будем вот отсюда, вот до отсюда вырезать, чтобы убрать вот эти отверстия, дырки, это уже это не отверстия, дырки. Вот здесь вот. И вот здесь вот надо еще добавить резинку. Утеряно, видно, или забыли где-то. Ну, неважно, ее нету, будет. Вот как раз, что сняли. А вот что будем ставить. Как раз есть еще раз возможность посмотреть, что тут внутри. Все терпимо, ничего критичного. Когда ремонтировали среднюю часть выхлопной системы, то обнаружили, что в передней части отсутствует катализатор. Его кто-то давным-давно вытащил и обварил. Вот здесь вот мы по старой сварке прорезали все. Теперь вставляем новый катализатор и все соберем обратно. В противном случае слишком громко двигатель будет работать, неприятно внутри машины находиться. Полностью весь выхлопной тракт привели в идеальное состояние. Вот теперь все здесь выглядит прилично. Все резинки восстановлены, все кронштейны крепления восстановлены и усилены. Банки все обновлены. Катализатор внутри. Здесь вот хомут сейчас сверху поставим, а то здесь была непонятная железка, которая просто бы мчала.